прошлый раз я закончила на стихотворении «Натюрморт», большом стихотворении, жанре, изобретенном Бродском, и, в общем-то, на нем и заканчивающемся, несмотря на попытки возродить его с помощью конкурсов и все, но в нашу эпоху клипового мышления, ну, это удивительный жанр, действительно очень интересный. И немножко поговорим о «Натюрморте», но эпиграфом возьму строки из другого стихотворения. «Вчера наступило завтра, сегодня уже никогда, будущее вообще». «Натюрморт» был написан Бродским после пребывания в больнице. Ярче всего обозначил отношение человека-вещь. Один из главных исследователей Бродского, поэт Лев Лосев, вспоминал об этом стихотворении, написал очень важные слова, я хочу их привести сейчас здесь. Название иронично, так как предлагает рассматривать человека, я, как объект, вещь. Искусствоведческий термин, французское «натюрморт», предлагается читать буквально, как мертвая, неживая природа. Я неподвижен, два бедра, холодны, как лед, венозная синева мрамором отдает. Живое тепло покидает тело, живое тело превращается в лед и мрамор. На «Натюрморте» в наиболее обнаженной форме представляется одна из центральных в творчестве Бродского позиций «человек-вещь». В то время я иногда встречался с Виктором Борисовичем Шкловским. Я передал ему машинописный листок с «Натюрмортом». Прочитав, Шкловский сказал: «Так о вещах еще никто не писал». Это замечание интересно тем, что литературная молодость Шкловского совпала с периодом преодоления символизма в творчестве акмеистов и близкого им Пастернака. Шкловский участвовал в критико-теоретической деятельности Апояза. И в стихах акмеистов, и в трудах апоязовцев, и шире, в русской культуре того времени под влиянием феноменологии Гуссерля культивировалась эстетика, нацеленная на изображение вещи и предмета. Что же в таком случае показалось старому апоязовцу таким неожиданным стихотворением Бродского? Скорее всего, то снятие трагической оппозиции «человек-вещь», которым Бродский неожиданно заключает «Натюрморт». «Натюрморт» состоит из 10 частей. В 9 из них строго чередуется безличное описание вещей, представителем которого выступает старый буфет, с описанием процесса овеществления, которому подвергается автор. Однако 10-я, заключительная часть, неожиданно, вне очевидной связи с предшествующими, оказывается голгофской сценой. Концовка стихотворения прозвучит чуть позже, а сейчас я продолжу из Лосева цитату. В канонических Евангелиях такого диалога Христа с матерью нет. В Евангелии от Иоанна Иисус, указывая на любимого ученика, говорит матери: «Жено, се сын твой». Старинную форму звательного падежа «Жено» Бродский использует в последней строфе. По смыслу содержание заключительной части «Натюрморта» ближе к девятому Ирмосу, заглавному стиху, из православной предпасхальной литургии: «Не рыдай мне, мати, по гробе зрящей». Эту строку Ахматова взяла эпиграфом к 10-й части «Реквиема». «Мертвый или живой, разницы жену нет, сын или Бог, я твой». Загадочный ответ, видимо, следует понимать таким образом. В согласии с русской грамматикой в последней фразе «я твой» опущено «есмь», «я есмь твой». Но глагол «быть» в данной форме первого лица единственного числа подразумевается. Таким образом, можно имплицировать следующий силлогизм. Первое. Субъект, предикатом которому выступает глагол «быть», существует. Второе. «Я есмь твой». Третье. Значит, «я существую». А позиция «мертвый живой» снимается. Это не простой софистический выверт, поскольку по смыслу «я твой» существование «я» определяется любовью другого. Позднее Бродский скажет об этом проще: «Я знал, что я существую, пока ты была со мною». Это гуманная в духе Бубера Бахтина концовка, утверждение человеческого единства как победы над смертью, является и ответом на прямолинейное «я не люблю людей» в третьей части стихотворения. Вот тут пример. «Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки, промерзшей до дна, я не люблю людей. Внешность их не по мне, лицами их привит к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому». Кстати, вот прежде чем продолжить цитату из Лосева, хочу сказать, чего нет у животных, у деревьев.
вещей, кстати говоря, о чем я скажу еще. Вот этой лести неизвестно кому, скажем, например, столь любимых Бродским кошачьих, которые коты, Бродский любил котов и считал, что коты, это его слова, это сокращенные львы, как люди, сокращенные христиане. Дальше продолжилась его мысль о том, что дурная эпоха наложила отпечаток на лица соотечественников, неоднократно выражалась русскими писателями, продолжает Лосев, и приводит примеры. Разглядывая старые фотографии, сетует Солженицын. Сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, не себе любивых выражений уже никогда не найдет объектив. И почти так же Андрей Битов в Пушкинском доме. Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе. Лёва ни разу не встречал ни на улицах, ни даже у себя дома. Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф? Под какой матрац? Переутомление, злость, страх и недоверие друг к другу таят эти серые, изможденные и отчасти уже деформированные, зверовидные какие-то лица. Лица дрессированных зверей, а не людей, пишет Андрей Белый в дневнике. Пустые лица, выражающие ничего или одно недостойное чувство. Не лица человеческие, а какие-то тарелки. Я их внимательно рассматривал и никаких следов человеческого в них не нашел. Георгий Чулков в повести «Вредитель». Публика смотрела в меня почти безучастно, круглыми, как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них, полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь! Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, и эти глаза не сморгнут. Им все божья роса. Бенедикт Ерофеев, Москва, Петушки. Приятель Бродского, живописец Олег Целков, писал: «Мы потеряли свои лица, или, может быть, у нас их никогда и не было. На мощных шеях гладкие безволосые головы с узенькими лбами и мощными подбородками. Пронзительные зрачки прячутся в щелках между немигающими веками. Кто они? Из каких глубин сознания они всплыли и заставляют меня вглядываться в них? Какие черты прошлых, настоящих и будущих жителей Земли соединены в их облике?» Вероятно, первым, кто посетовал на невыразительность лиц соотечественников, был Чаадаев. В чужих краях, особенно на юге, где люди так оживлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц. И дальше вот Лосев продолжает, присоединяя свой голос к этому хору физиогномических сетований, Бродский включает лица, выражающие лесть неизвестно кому, в панораму натюрморт мертвой природы. Но конец стихотворения говорит о том, что делает природу человека живой. Вот на этом я заканчиваю цитату из Лосева, и тут мне хочется вот заметить, что мне кажется, что во всей эпохе, в общем-то, уместны такие сетования. Если одна из первых, по-моему, античных надписей на дощечке или где-то найденных, была о том, что не та нынче пошла молодежь. Так что, в общем-то, это дело, наверное, не только в поколении, что всегда лица прошлого почему-то казались одухотворённее. Возможно, это не лишено какого-то смысла. И тут бы я добавила к мысли Лосева следующее. Лица, выражающие лесть неизвестно кому, как раз не только о поколенческой горизонтали, они скорее имеются в виду что-то вертикальное, потому что в них содержится страх, в них содержится лесть. Эта речь, в общем, на самом деле, идет о тотальной, очень неприятной зависимости, тотальной зависимости от высшего существа. И, возможно, вот эта вот тотальная зависимость, в каком-то смысле беспомощность, видимо, знание об этой беспомощности у человека вот как раз и накладывает на лицо вот эту лесть, это не этот страх в любом его виде. Вообще это то же самое, вот эта неприятная лесть, неизвестно кому, это выражается и в некотором торгашеском элементе в христианстве, например, или вот в этом вечном страхе смерти, о коем написано и переписано.
страхи, детально искажающим лица людей в разные моменты их жизни. Опять-таки хочется немножко заметить, что лица животных и растений, ну, растений же лица относительно, конечно, искажены не так. Хотя и те, и другие боятся смерти, животные боятся, и потом растения, а вот вещи ничего не боятся. И в желании бегства от жизни и смерти, присущего только людям. Вот и от этого возникает лезть неизвестно куда. И это то, что не свойственно вещам. А неизвестно кто, это, скорее всего, вот тот, кто находится в другой системе координат, вертикальной или совсем другой иерархии. Тот непредсказуемый, который так интересовал Бродского. Он часто говорил об этом. Ну вот, к примеру. Вообще, я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство. Сделай это, получишь то, да? Или того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божье. Вот это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает попросту непредсказуемо. Меня не слишком привлекает зороастрийский вариант верховного божества, самый жестокий из возможных. Все-таки мне больше по душе идея своей воли, непредсказуемости. В этом смысле я ближе к иудаизму, чем любой иудей в Израиле. Просто потому, что если я и верю во что-то, то я верю в деспотичного, непредсказуемого Бога. И вот тут как раз в концовке натюрморта сознательно и подсознательно прорывается тот самый треугольник и превращается, и Бродский превращает его в четырехугольник, который, что увидела, в общем-то, только Валентина Полухина своим чудесным, чутким и четким прозрением. Здесь вставлено слово. Слово с большой буквы. Которое стало плотью. Которое стало словом. Без страха, без лести, в чем-то на равных. Или, точнее, вне привычной иерархии. В других стихотворениях мы найдем, что от всего человека остается часть речи вообще, часть речи, или при слове «грядущий» из русского языка выбегают мыши и так далее. Вот как раз «грядущий» вмешивается в настоящее прошлое языка, в натюрморте в качестве вот этого слова. Вот это слово, которое твое, твой, если стоит только произнести, спросить и увидеть. Заученную строчку можно считать своей, говорил Бродский своим студентам. И вот здесь заученная и отвергаемая плоть с лестью неизвестно кому расправляет свои черты, пути, слова, впадая в слово. В натюрморте очень важна логическая последовательность строф. Конец первой строфы, начало второй. Когда противит тьма, тогда я заговорю. Пауза. И вторая строфа. Пора, я готов начать. Неважно с чего, открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. То есть и так ясно, что тьма повсюду. Но она немедленно опротивила, и автор заговорил, переведя дух в паузе. И лучше говорить, помимо прочего смысла, чтобы тьма опротивила. Пауза между этими двумя строфами важна и содержательна ровно настолько, насколько важно каждое слово метафора в стихотворении. И, как уже говорила, цементирующая и векторообразующая концовка, десятая строфа, не просто оживляющая, а одухотворяющая человека вещь, если можно так сказать. Вектор туда и вектор оттуда. В общем, в современной поэзии вещи, обозначенные Бродским в соотнесенности, уже существуют по отдельности, и раздробленность превращается в самодостаточность, как уже говорилось, в процессе плавания звука, смысла, слова, мысли. Есть исключения, которые надо особо разбирать. Иногда кто-то пытается осуществить в системе координат, не отбрасывая вертикали на горизонталь, как тени, и реже наоборот, убирая горизонталь, тем самым лишая смысла сам мир, как творение, то есть вещь-вещь, человек-человек, человек-мир, такие позиции, все возможные комбинации по горизонтали. Но те же и создатели уже дают серьезность вертикали, если она ненавязчива, конечно, и обозначится только при наличии горизонтали, это вертикаль. И может вообще, а может это вообще другая система координат, другие измерения. Но, в общем, это все, если вот только в каких-то определенных, очень узких координатах рассматривать, не дотягивает до того уровня, когда, по словам Бродского, мастерство равно душе или духовности, духу.
Однако, по идее, такой процесс естественный, ибо слишком серьезная фигура Бродский, чтобы в ближайшее время появился поэт такого же масштаба, когда захочется сказать: «Увидел я новое небо и новую землю». Как я уже писала, Бродский говорил, что поэзия – это разработка воспоследовавшего за начальным словом «эхо» и его движение, собственно, от эго к этому эхо. И потому отчасти «вчера наступает завтра», то есть вечное настоящее. И уметь быть открытым, готовым ко всему, отделять зерна от плевел – есть свойство истинного поэта, и, пожалуй, истинного читателя. И способность к принятию всех форм и образов существования, особенно к высшей форме существования языка, поэзии. Это вот способность читателя очень важная. Его путь к предшественникам, путь Бродского к предшественникам и потомкам не является взглядом назад или вперед. Он ни в коей мере не линейный, как жизнь. И от этого не более, это, скорее всего, не более и не менее, чем возвращение к тому началу, в котором было слово. Мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю за порог? Не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой? Разницы же, но нет. Сын или Бог, я твой».